Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. Воскресенье в Самарской области облачно, местами осадки в виде дождя, днем плюс 1, плюс 3 градуса, ночью минус 1, минус 3. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облака и без осадков, днем плюс 3, ночью 3 градуса ниже 0, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, температура воздуха днем плюс 3 градуса, ночью 1 с минусом. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 2 градуса, ночью минус 3 градуса, ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 47%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.